устала. Есть хочу. Кать, ты чего? Давай еще немного. Тени сядут и сделаем привал. Коль, я есть хочу. К маме хочу. Кать, потерпи. Осталось немного. Коля, колодка! Стой здесь, поняла? Стой здесь! Сидите тихо. Закрывай. Маленько, быстрее. Давай. Сюда. Здесь еще две. Молись. А, вот они, Маркус. Встань. Вставай. Давай! Пошла! Всех за ворота! Быстро! Быстро! Пан офицер, что вы делаете? Это дом Господний. Оставьте сестер. Оберштурмфюрер, это последнее. Пан офицер, это моя вина. Я прятал партизан. Сестры невинны, они не знали. Будьте милосердны, это моя вина. Здесь нет невинных, вы все одинаковые. Я не хочу умирать. Как услышишь команду, падай за меня. Сестры, то невинные, он и ниц не видел. То я укрывал партизану, моя вина. По машинам. Вы двое. Закопать этих. Ага, добрый, герр офицер. Что у нас тут сегодня? Ну что, Фанас, хрести є? Хочешь хрестив? Ага. Лезь сюди! Тю, ти глянь, не добили, суки. Так, дівко, покажи, що там у тебе. Так. Дерев'яшка. Ну так хоч живу монашку. Помацаю. Повезло тобі, дівко! Ох, ты смачненька! Ради Бога! Мне! Шикарка моя! Ай!
что только прибыл. Так точно. Вольно. Товарищ лейтенант! Да? Очень нужна мужская помощь. Где? Тут, недалеко. Вот товарищ лейтенант, сержант Тихомирова. Полюбуйтесь. День добрый. Здравствуйте. Девочки, вы чего меня перед товарищем позорите? Ух ты. Ничего, я спущусь. Сама на вас спущусь. Правда. Ясно. Товарищ лейтенант, вас посадить. И как же вас сюда занесло-то? Я котенка хотела спасти. Он так мяукал жалобно. Спасли? Нет, прыгнул негодяй. Ясно. Вы высоты боитесь? Нет, я ничего не боюсь. Хорошо. Ну что ж, будем эвакуировать вас, сержант Тихомирова. Нет, я лучше пока здесь посижу. А нет. Ногу давайте, аккуратно, беру правую. Опускаем вниз. Так. Ага. Еще правее. Чуть-чуть, аккуратно. Тихомирова, не повредя офицерский состав. Вот. Ну а теперь на счет три. Я вас буду держать, а вы левой рукой обхватываете мою шею. Готовы? Да. Ой, Тихомирова, опасная ситуация, опасная. Раз, два, три. Держу, держу. Ну, давай. Ой. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Надя. Толя. Я сейчас возьму и тоже залезу. Да. Да брось ты их! Все одно смердить будут. Ага, ты глянь, кожа какая. У нас такой не найдешь. Офицерские. Так вон и ж тебе валы. У немца нога узка, курина. Не то что наша советская. Скажешь, что же выбрось. Я ж сапожник, понимаю. Глянь, как тут все сделано, а? Спасибо. Что? Что встали? Политзанятие. Время. Да вы что, товарищ лейтенант? Какие политзанятия? Мы же все про обстановку знаем. Ты меня коллектив не расхолаживай, Денис. Афанасий, тебе бы вздремнуть. Тебе вздремну. Политруки не дремлю. Я сказал политинформация, значит политинформация. Парни, парни, приводим себя в порядок. Афанасий, там Тачилин идет. Подполковник Тачилин, начальство. Товарищ лейтенант! Нам Афанасий, нельзя в таком виде! Тихо, тихо, тихо! Афанасий, где его фуражка? Где его фуражка? Да пусти ты в сердце! Помоги! Афанасий, ты из партии погони! Ты в прошлый раз сказал! Из партии? Я только вперед ногами. Я большевик. Очень старый большевик. Давай, лейтенант, строй своих. О, орлы! Стой! Налево! Товарищ подполковник. А замполит где? Штабполка вызвали. Странно. Не заметил. Ну ладно, знакомьтесь. Ваш новый командир батареи лейтенант Егоров. Лейтенант, знакомьтесь. Бойцы легендарной единички, принявшие на себя основной удар противника в последнем бою. Старший сержант Микаэл Геворкян, сержант Яков Гудым, ефрейтор Александр Лютиков, сержант Павел Жилкин. Ну а с лейтенантом Финогеновым познакомитесь позже. Интересная личность. Правда, Гудым? Геворкян. Я. Распределить личный состав по орудиям. Есть. А вы, лейтенант, со мной. Есть. Сержант Гудым, брезентик-то поправьте.
одни елдаши. Почему елдаши? Вон девушка. Хороший. Кудым, Жилкин, распределите личный состав по орудиям. Есть. Есть. А ефрейтор Лютиков вернет нам замполита. Ваша задача укрепиться у резервного моста и держать переправу. Значительных сил противника здесь не замечено. Да и основной удар планируется нанести в другом направлении. Но все мосты на Варшаву стратегически важны. И этот мост не исключение. Вопросы есть? Нет. А что грудь в глазах? Товарищ подполковник, мне в наступление хотелось. Лейтенант, войну выигрывают не герои, а стратеги. Задача ясна? Так точно, держать мост любой ценой. Нет, Егоров, любой ценой не пойдет. Цена должна быть минимальной. Ясно? Да. В 12 часов выдвигаетесь. Есть! Штаб дивизии. Да он по-русски не понимает. Станина! Станина! Ах, пердыхала, елдаш! Во, Станина! Отце Станина! Понял? Товарищ сержант, вы почему бойца оскорбляете? Да вы что, товарищ лейтенант? Кого я оскорблял? Елдаша этого. За грубость и проявление нетерпимости к личному составу два наряда вне очереди. Есть два наряда вне очереди. Ты бы разобрался бы сначала, а уж потом бы наряды вне очереди раздавал бы. Лейтенант. Феногенов. Семен Афанасьевич, замполит. Инженер солдатских душ. Отвечаю за моральный облик батареи. Все ясно? Это хорошо. Что хорошо? Что вы это понимаете? Комбат? Комсомолец? Сколько лет? Товарищ лейтенант, я уважаю ваш возраст и ваш опыт, но командир батареи я. Да ты услышь меня, лейтенант. Разобраться надо сначала. Елдаш по-казахски, друг, товарищ. Или, может быть, вам политинформацию провести о дружбе народа? Товарищи бойцы, разойтись! Товарищ лейтенант, командир батареи я, и в своей батарее пьянство я не потерплю, да ясно? Ты услышь меня, лейтенант, уж потом голос Товарищ повышает. Лейтенант, вам проспаться надо! Вы не все слова выговариваете. Слушай мою команду. В 12 часов выдвигаемся на позицию. Геворкян, пойдете со мной, веду вас курс, поставленный перед нами задачи. Есть. Остальным закончить распределение по орудиям. Есть. Выполнять. Да. Командир. Разберемся. Вы что, ранены? Нет, просто зуб болит. Давайте-ка вам, Наденька, помогу. А ну, держи. Нужно найти и подготовить новые позиции для наших орудий. Товарищ командир, а может немецкие позиции глянуть? Вроде не дюже погано. Зачем нам немецкие? Копаемся по-нашему, как положено. Немецкие, товарищ командир, расположены выгодно, понимаете? Крыша над головой, опять же, место под склад, окопы сухие. Правильно говорю? Так точно, товарищ лейтенант. Тут накат снять, там пол приподнять, замаскировать. Картинка будет, а не позиция. Но если товарищ командир считает это все нецелесообразным, сделаем все как положено. Батарея! Слушай мою команду!
использовать немецкие позиции под наши орудия. Лютиков! Лютиков! Я! Проверить ближайшую территорию на наличие мин. Далее в радиусе 100 метров провести минирование. Есть! Тихомирова! Я! Наладить связь! Есть! Ушастый! Я! Толик! Наргина! Бери щуп! Пойдем щупать! Возьмите лопаты! Разровнять площадку под орудие! Да. А вот здесь неплохо бы наблюдательный пункт организовать. Только для начала бы разведать. Разведать надо обязательно. Тюрин! Зинатулин! Я! Со мной пойдете. Есть. Зачем же вы сами, товарищ командир? С Тюрином и Зинатулиным может товарищ Георгиян пойти. А я что, по-вашему, школьник? Меня ничему учить не надо, товарищ лейтенант. Тюрин, Зинатулин! Да, идем. На, горячий командир. Эх, твой кипяток. Как нам, братцы, не обвариться? А ну-ка, ушастый, глянь под мостом. Батюшки. Санаторий «Речные дали». Ну, где ты там? Здесь я. Ну, что там? Вроде ничего. А что такое кислое? Лимоны покушал? Да я думал, в наступление идем. Ну, ты что, по немцам соскучился? Да нет, просто война-то кончается, а мы здрасте приехали. Ты глянь, ушастый, красота. Смотри, какая заводь. А? Красота. Берлину, видать, охота. Дома спросит, ты в Берлине был? А я что отвечу? А ты что? У моста сидел. Ай, все до Берлина дойдем, понял? Вот так. Как же я испугался. Если бы нас услышали, то все, конец. Мы должны первые войти в Варшаву, а не русские. Значит так, здесь у них 17 человек и две пушки. Собираются переправляться? Нет, окапываются. Мамы час. Время еще есть. Мост приказано уничтожить, значит уничтожим. Отличное место для НП. Правда, отличное. Да, здесь бы с девушкой на закат любоваться. Ладно, разговоры о девушках оставим на потом. Вот это очень хорошо. НП засветло нужно подготовить. Понятно. Что там, Зинатулин? Товарищ лейтенант, там курица. Кто? Курица. Разрешите? Давай. Ты справа, а ты, Тюрин, слева. Загоните ее в угол. Не спугни, не спугни. Хватай! Тюрин, лови! Давай! Готовим! Ну, ребята! Да я! Иди сюда! Что вы курицу поймать не можете, что ли? Давай сами попробуйте, товарищ лейтенант! Сейчас поймаю. Давай, Тюрин, лезь за ней. Если клюнет. Давай, со страхом бороться будем. Гутен так. Гутен так.
Товарищ лейтенант, там немцы. Кто? Немцы. Бежим! Бегом, бегом, бегом! Ротенфюрер, Русич! Уходим быстро! Хоть в руки сюда! Наши стреляют. За бинокль. Да рацию, люди! Батарея к бою! Ориентир на молодцы! Начнёшь первое орудие! Свести станины! Иванов, расстекляй! Развернуть орудие на 90 градусов! Первое орудие! Ориентир на молодцы! Афанасьич, там же Егоров. Ориентир, монастырь! Лючков! Я? Астахов! Подберись поближе, посмотри, что там, ладно? Давай, давай, живее, юнцы! Только смотри мне! Поаккуратнее, понял? Патрон, в ком я дымал! Анатолий, прикрывай! Ага! Давай! Пошли, пошли, пошли! Давай! Маркус, Вольган! Маркус, за мной! Лошмена! Бастиан, Рольф! Обойдите с другой стороны! Быстрее, быстрее! Маркус, ведь не оставай, за мной! Тюрин, стой! Тюрин! Что вы тут делаете? Тут скоро немцы будут! Что тут дети делают? Надо срочно отсюда уводить! Они поляки глухонемые, а мы свои! Как выбраться отсюда, знаешь? Знаю! Давай бегом, дорогу будешь показывать! Спокойно, спокойно, пожалуйста! Хола, это наши! Ты что, бестолковая, что ли? Не понимаешь, что детей нужно спасать, а? Я понимаю. Тогда бегом, бегом! Давай, 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 поднимайся! Руку, давай! Помогите! Тюрин! Тюрин, ты живой там? За Тюрин! Слышу, товарищ лейтенант! По моей команде выводи детей! Мы прикроем! Как слышал? Как понял, я спрашиваю! Понял, товарищ лейтенант! Давай! Дамочка, за мной! За мной! Гони их на Бастина! Зачем? Это потайная комната. Чего? Потайная комната. Рядом. Держись меня. Ах ты, мамики. Приятно. Ёк-макарёк. Лютиков, ты что ли? Я! Товарищ лейтенант! Живы! 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 Жив! Слава Богу! Лютиков! А? Там еще двое! Так надо бы добить! Я будь как бы они наши позиции не срисовали! Осколочно-фугасный! Осколочно-фугасный! Там же наши! Назад, назад!
Товарищ лейтенант, как думаете, они орудия видели? Видели, не видели. Уже все равно. Ну что, вы им задали? Задали, задали. Лейтенант Егоров. Эва. Вы мне простите, что я на вас накричал. Просто я думал, что вы такая же, как они. Ущербная? Нет. Да при чем здесь это? Главное, что опасность миновала. Без вас было спокойно. О! Прими. И биноклю. Тихо. Ну вот. Учитесь у ефрейтора Лютикова. Как куриц ловит. Вот они руки. Тихо. Вот они ручки. Астахов, загоняй! Ты кому загоняй? Курица не птица! Старшина, не офицер! Сейчас я вам покажу, чё. Красивая курица. Важная курица. Смешная курица. Вот она какая. Алле? Оп! Фокус! Суп готов. Спасибо тете Глаше. Чего вы? А? Сзади! Лютиков, прекратись! Вы что устроили, а? Тут же дети повсюду. Где ваше оружие? Товарищ лейтенант, такой же стопор... Я не с вами разговариваю! Такое поведение непозволительно ефрейтору Красной Армии. Сиротка, и умыть ваш. Шибко. Ева! Простите нас, пожалуйста. Что вы делаете? И курицу отдать! Это наш трофей. Понял? На ружье. Пошли. Ну что там? Где комбат? В монастыре. Товарищ лейтенант, в результате героических действий нашего командира мы добыли курицу. Враг уничтожен. Ладно, разберемся. Разойдись. А ну-ка, кулебяк. А, кулебяк, а ну-ка, принимай боевой трофей. Сделай нам панику. Иванов, а где? Где-где? Караганде. Зинатулин, накрой снаряд. Ты земель только меня слухай. Еще год назад то было. Стояли мы... Когда вдруг у немцев паника началась. Забегали с котелками, как при пожаре. Туды-сюды. Думаем, что это такое. А это у них обид был. Надежда Петровна? Наденька. А ну, а ну. Товарищ младший сержант, там вас с рацией просит. В монастырь. Место там нашли для наблюдательного пункта. Любо-дорого. Не натыкай меня. Не трогай меня. У тебя кровь. Дена, ты еще на них знаешь. Я знаю. Я им отомщу. Не пяй, стащи. Глупые Русь русские враги. Не все. Русский спас пани Еву. Лепи ему умжать. Лучше бы я умер. Товарищ лейтенант, огневая позиция готова. Где комбат? Да, внутри. Ой, и что теперь? Уйдем к нашим. Тетя Ева хорошая. Ну и что? Ну что, лейтенант, показывай гражданство. Ева. Что у вас с рукой, пани? Вы пришли узнать о моем здоровье?
Я пришел узнать, когда вы отправляетесь в тыл и какая для этого нужна помощь. Товарищ лейтенант, эти люди здесь живут, и мы не имеем никакого права. Имеем право, комбат, имеем. Мы уйдем. Здесь был наш дом. Теперь здесь опасно. Ох, пани все еще злится за любимую курицу? Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что эти самые солдаты спасли вас от немцев, которые, я сомневаюсь, что просто ограничились бы курицей. Мы можем уйти утром? Да. Скоро стемнеет, а нам нужно собраться. Утром это правильно. Утром хорошо. Что же вы за человек такой, Семен Афанасьевич? Обыкновенный, военный. А вот вы все перепутали. Да, Людька взял эту курицу. Да, она дала по соплям этому пацану. Да, детдомовский, да, колки. Но свой, понимаете, и жизнь вам спас. А эти люди никогда своими не будут. Почем вам знать? Я заместитель командира по политической подготовке. Мне знать положено. Разрешите идти, товарищ командир? Разрешаю. Есть. Так вот, значит, была у нас Галя. Контролер. И вот та Галя влюбилась в меня. А у нас проход был такой тесный. И вот она стоит и дышит. Кулебяка! То, что ты творишь с этой курицей, это же военное преступление. А ну-ка иди отсюда. Тащи картоплю, цибулю, морку. Ага, есть. Живо! Сонька, 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 Сонька Боновая, Соня, 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 я. Оп! Я шпиона поймал! Убери! Попался! Убери! Убери! Мы русские! Опусти автомат! Дурак, что ли? Русские, понимаешь? Русские! Отпусти! Ну, извини, брат, по шороху не признал. Это что такое? Вы что, с ума сошли, мальцы? Вас же убить могли. А ну, живо с позиции. Товарищ лейтенант, на ноги глянь. Концлагерь? Да. Откуда? Дзялдова. Зовут как? Я Коля, сестру Катя. Катя? Катя. Как же вас в лагерь тут угораздило? Мы сами с Ростова, у нас у вас матери. Ну а сбежали как? Там щель в заборе вот такая. Че, я худой, а Катя вот. Видите? Ну вот, мама нас и протолкнула. Кулебяка! Да? Чай приготовь. Есть, товарищ лейтенант. Катька глазастая, первая щель увидела. Потом шли и шли, никто же не скажет, куда идти, потом этих встретили. Родные вы мои. Ну ничего, ничего. Как тебя зовут-то? Кулебяка? Катя. Несу, несу! Ну-ка, Коль. Не счастье. Давай-ка прими. Ну давай. Бери котишку. Коля, держи. Спасибо. Дай ручку. Нравится? Бери, бери. Ну? Я слышу, вы этих в тыл отсылаете. Можно мы с вами остались? Глупость придумал. На, на хлебушек покушай. Они поляки, а мы свои. Вы мирное население, а мы солдаты. А мирному населению находиться на позициях запрещено, все ясно. Че мирное-то, я помочь могу. Че ты чокаешь? Чокает он здесь. Помощник тоже. Товарищ лейтенант. Да. Там спрашивают, колонну обратно отправлять. Пани Ева. Я пришел извиниться за нас. Вы уже извинялись. Я все понимаю. Да нет,
Послушайте, мои товарищи не первый год на войне. Они ожесточились и многого уже не видят, не замечают. Не надо ничего объяснять. Ну как же не надо? Надо. Вы, например, свой подвиг совершаете. Какой подвиг? Ну как какой? Вы посмотрите, что вокруг происходит. А вы одна о детях заботитесь. Я считаю, это подвиг. Я даже восхищаюсь вами. Извините, товарищ лейтенант. Пане, там нужна ваша помощь. Что он там делает? Молится. Каждый вечер. Я не разрешаю вам говорить. Богу так виднее. Заморочили ребенку голову. Вот вам результат. Я тебе запретила. Ты думаешь, оттуда он тебя лучше услышит? Он все видит. Если не молиться, он отвернется, и мы останемся одни. Ну что? Еще 2 минуты. Ладно. Кита видно. Что? Где? А, ну, вот, смотрите. Вот это вот созвездие, вот 4, это голова. А вот дальше это хвост. Это созвездие называется созвездие Кита. Его в это время года очень хорошо видно. А, любите звезды? Я до войны на факультет астрономии поступал. А, точно. Кит, смотри. Да. А вы знаете, что кит это... Существо, которое Посейдон послал, чтобы прикованную к скале Андромеду сожрать. Ну и что, сожрал? Нет. Андромеду Персей спас. О, Фриц и Кит, а мы Персей, правильно? Правильно. Интересно, кто Андромеда? Товарищ лейтенант, а это что у вас тут за политинформация на открытом воздухе? Клюев, ты почему не на НП? Ой. Мы уже уходим, пане офицер. Пане Ева, я вот давно хотел спросить вас. Вы ведь монахини. Вот скажите мне, где он, ваш бог? Где факты? Молчите, а я скажу вам. В этом вашем молчании молитесь неизвестно кому. Мне бабушка говорила, что бог, он не в словах, а в поступках. А я тебе про поступки скажу. Был я здесь в 20-х годах, в польском плену. Так вот тут такие верующие паны были, любо-дорого посмотреть было. На нас тренировались. На полном скаку и скачет такой вот пан. И саблей хрясь! Человека до пояса разваливал. Только вот мне слабенький достался, видно плохо, Богу молился. А? Что, пани Ева, скажете? Куда он смотрел, этот ваш бог? Опять молчите. Ладно, идите отдыхать. Вон завтра в дорогу. Надеюсь, вы еще не забыли. Семен Афанасьевич, вот как же так получается? Вы же видите, что эта женщина на свои плечи такую ответственность взвалила. Услышь меня, Анатолий. Не время сейчас. Не время и не место. Да я... Ай! Ты чего? Эй, ты что, контузил? Нет, зуб. А, так ты что молчал? Еще утром началось. Сейчас пройдет. Пройдет, а если во время боя схватит? Значит, терпеть буду. Терпел. Тебе терпения не хватит. Пойдем на позицию. Мое место здесь, мне нельзя на позицию. Пойдем. У нас там доктор. Это только быстро. Твой выход, доктор? Не, ну это слишком жестоко. Вот этот самый раз. Товарищ старший сержант. Да? А вы действительно доктор? Конечно. Правда, диплом в окопах потерял. Но 7 выдранных за спиной имеется. Настоящий, настоящий. А? Ясно. Ой. Вы, товарищ лейтенант, главное, не бойтесь. Я просто посмотрю. Откройте рот. А. Пошли. Пошире. Пошире. А, понятно. Вот этот. Дядя Яш! Анестезию! Может, потерплю?
Да, конечно, конечно. Паш, подсоби-ка. Держи его! Держи его! Чисто вышел. Да, товарищ лейтенант. Молодцом держались. Не то, что Лютиков. Да ладно, драпанул как-то. У немца поймали. Не рвите, товарищ лейтенант. Пойдемте на кухню, продезинфицируем. При жизни курица, она так пахла, а? Давай. Ну давай, 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 давай. Солоно? Солоно. Пойду. Ужасного порадую. Кулебека! Комбату 100 грамм выдай. Да не нужно. Понятие боевого духа, товарищ. Спасибо. Это что? Куриный суп, товарищ лейтенант. Подожди. Из той курицы, что ли? Ага. Боевой состав не нахвалится. Да вы что? А? Там же дети в монастыре. Все справедливо, земеля. Отдадим ребятишкам. Ну что, легче тебе стало? Вся челюсть болит. Уж немец. Одной пули все харчи поухлебывал. Иванов, эти тоже возьми. Есть. Анатолий, ну разбавь. Я. Есть. Товарищ лейтенант, на втором орудии панораму разбила. И как бой вести будем? Ничего, приноровимся. Лейтенант, за время ночного боя было уничтожено 8 человек пехоты противника. С нашей стороны погибло красноармеец Борисов, Кац.
подносчик Особродов и командир первого орудия, сержант Гуды. Яков Сергеевич. Дядя Яша. Я гляжу, на политинформацию потянула. Зайдешь, давай. Дядю Яшу мы в восьмерых положили. Политинформацию мы с тобой проведем вместе. Только потом. Договорились. Вот здесь они и прошли, товарищ лейтенант. Видать, днем меня стрессовали, пока я растяжки ставил. Магнитка противотанковая. А что, хоть здесь и сгодится? Сгодится. Пани! Что же это такое-то? Это ж на каком же вам языке-то объяснять, а? Мы же ясно договорились. Утром выводите детей и ведете их в безопасное место. У меня просьба. С другой стороны монастыря овраг. Там тела. Какие тела? Матка Иеремия, монахини. Их расстреляли 2 дня назад. Да вы поймите, у нас своих трупов хватает. Товарищ лейтенант, давайте я сам разберусь в этой ситуации, ладно? Товарищ командир батареи, может быть, мы не будем забывать о наших приоритетных задачах? Мне кажется, вы не о том думаете. О том, не о том. Вы говорите прямо, чего хотите сказать. Да я сказал бы, товарищ командир батареи, так... Я пойду. Пани. Пани. Что с ней? Пани. Пусть есть. Пани. Подожди, она же монашка. Ну и что? Миндальничать будешь? Сдохнет к чертовой матери. Санитарную сумку и кипяченой воды. Кулебяка! Русские думают, что я их не понимаю. Вон тот политрук. А тот, что с монахини, командир. Он с радисткой и пулеметчиком в монастыре сидят. У нее там пуля застряла. Она кое-как себя перевязала и молчала. Давай, давай. Прогорись. Там воспаление пошло. Ева, вы меня слышите? Ева! Саран! Пани, 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 Саран, ёфтн! Ёфтн, ёфтн, Саран! Саран! Иди отсюда! Иди отсюда. Ты что, сумасшедший, что ли? Иди отсюда. У Рузбаева кто понимает? Да иди ты отсюда. Иванов! Да не надо, Иванов, сам справишься. Иди отсюда. БМЧ! Дурак, что ли? Дурак, убери его отсюда, а еще лучше свяжи. Пристали сюда, не отёсывай. Толик, Кельджа, БМЧ, БМДС. Он фельдшер, знаешь, что делает. Какой фельдшер? Если бы он был бы фельдшером, его послали бы в медсанчасть, а не к нам сюда. БМДС. Я гадан тебе, Анач. БМЧ, Кельджа, я в хар седляв. Намагает Альсенуга! Ты не понял, ну иди отсюда! Он просил там медсанчасть, только не взяли его! По-русски не понимаю! Если мы пулю не вытащим, она не выживет. Прекратить балаган! Рузбай, быстро ко мне!
Анже, ты готов служить Польше? Да. Тогда ночью приходи к мосту и жди меня. Стефан, он же еще ребенок. Помолчи. И чтобы русские тебя не увидели. Добро. Хорошо. Не подведи меня. Ясно. Понял. Беги. Пока не заметили, что тебя нет. Спасибо. Давай сюда. Вы что, ранены? А? Вы что, ранены? Нет, это не моя кровь. Давайте вашу гимнастерку, я постираю. Не нужно, это лишнее. Я постираю, мне не сложно, правда. Товарищ младший сержант. Ладно. Пойдемте. В конце концов, нам уже давно пора решить что-то с этой гимнастеркой. Да что вам надо-то? Да не понимаю я по-вашему. Пани, вы умереть могли? Или вы на своего бога надеялись? А он меня спас. Рядовой Уразбаев вас спас. Ничего не случается без его ведома. Да, крепко вам мозги промыли. Я должна была умирать с сестрами вместе и матка Еремия. Я предала их. Он меня спас. Так уж и спас. Он дал оружие ребенку. Ребенок убил двух человек, чтобы я жила. У кого-то из детей есть оружие? Как вы думаете, зачем я в живых осталась такой ценой? Парень, вы лучше поспите. Глядишь, голова сама на место встанет. Товарищ младший сержант. Меня Надя зовут. Хорошо. То есть нехорошо. Послушайте, я ваш начальник. И все эти знаки... Нет, вы поймите. Я ведь первому встречному на шею не вешаюсь. Я даже целовалась однажды на танцах. Нет, вот честно, ничегошеньки не почувствовала тогда. А с вами это как каким-то взрывом накрыло. Товарищ, Надя... Послушайте, взрыв этот неправильно. Это... Что неправильно? Ну... Вы же меня зачем спасали? Послушайте, ну просто может получиться все. Что получится? Вы же это почувствовали. Ну я же чувствую, что вы это почувствовали. Все, уплыла. Кто? Гимнастерка ваша. Разрешите идти? Разрешаю. Что будем делать, если Анжи нас подведет? Он нас не заведет. Он не подведет. Городицу забили русские. Его родители убили русские в 39-м. Моего Збышка тоже. Я помню. И Анжи тоже помнит. Разрешите доложить? На веренном мной участке тишь да гладь. И пахнет лютиками. Лютиков, отстань. А что я? Я ничего. Вы посмотрите, Надежда Петровна, какая в природе красота. Поля, луга. Вон, смотрите. Смотрите-ка. Видите облако? Похоже на котенка. Видите? Вот одно ушко есть, второго, правда, нет, и хвостик. Видите? Точно! Да-да-да. Я вообще, знаете, с детства это дело люблю. Я вообще фееричный человек. Язык у меня, Надежда Петровна, подвешен. Я вообще, знаете, как вижу эти облака, так сразу во мне кипит. А вон там, вон, за веточкой, видите? Там сердечко, по-моему.
Да. Да-да-да, видите, видите? Да. Сердечко, это вы, ну а стрела, это я. Лютиков. Надежда Петрова. Лютиков. Ефрейтор Лютиков. Мирно. Что у вас там? Все в порядке, товарищ лейтенант. Спасибо. Все хорошо. В порядке. Вот. Готово. О, получилось. Теперь на всех хватит. Так. Держи. Держи. Бери, бери. Держи. Ну, пробуйте, пробуйте. Ешь, ешь. Это ж сладкое. Вкусно? Ну, конечно, хочешь? Вкусно. А ты что не пробуешь? Ну, смелее. Вкусно же. Ну, нравится? Это же как петушок. Будешь? Не. А может, все-таки будешь? Не хочется. Голодные-то какие. И худые, боже мой. И обувь-то худая. О, ты посмотри на них. По нашим данным, у моста два орудия, пару пулеметов. Наша задача – освободить проезд по мосту к полудню. Операцию начинаем на рассвете. Доброго здоровья, пани. Можно я у девчушечек возьму их ботиночки? Зачем? Скажите, что у монастыря растет волшебное дерево, и утром их сандалики будут висеть на нем целые. Шутите? Скажите, скажите. А я таких, как вы, люблю. Боевая? Песни знаю про вашу прекрасную натуру. А с ними была Сонька Бановая. Она держала шайку с Кокари. Она была законная блатная. Никто не мог назвать ее своей. Эй! Вы понимаете, Надежда Петровна, в чем цимис? Женщина, она ведь как кошка. Ее только приручить надо. Нравлюсь, да? Нравишься. А я вот всем нравлюсь. Ему только не нравлюсь. Пробеет он. Ничего. Привяжи. Все будет хорошо. Должны тебя увидеть. Иди туда. Если что, отвлекай их. А вы что будете делать? Не важно. Иди уже. Я за тобой пошла, Анджи. Нашел себе дело. Дело. Афанасьич, я вот думаю, фрицы, а? Гады гадами,
такая кожа. Анатолин. Я? Уведи детей с позиции. Есть. Афанасьич, до рассвета всего ничего. Пусть тут посидят. Пойдем, наткнутся пойдем. Еще на кого-нибудь, а утром их отведем. Иди сюда, иди. Пойдем. Туда, наверх, наверх. Но утром, чтобы никого не было. Чаем напоить. На картошку, держи. Пейте, мои родные. Орудие на 180 градусов. Урузбаев! Чисти станины. Есть! Стой! Стой, гадко, стой! Ты не думаешь о задании, только о Банжи. Мы можем еще подождать. Почему нет взрыва? Тихомирова, связь с башней! Башня, башня! Как слышите меня, это единичка! Это единичка! Прием, как слышите меня! Есть связь! Башня! Говорит лейтенант Егоров! Лейтенант Егоров! Батарея атакована с тыла! Как слышно? Ждем подкрепления! Катя, вставай! Что? Скорее, нужно идти! Одевайся! Удержи, Катя! Полева, вставайте, там стреляют! Стал. Быстрее! Что случилось? Нужно идти! Вставайте! Засыпайте! Засыпайте! Вставайте! Хачме! Отойди! Ты здесь небеспечный. Здесь опасно. Ориентир кривая сосна! Прицел 17! Прицел! Понял! Первое, второе орудие! Ориентир кривая сосна! Заряжающий! Осторожно, фугасы, беглые! Отец, заряжающий-то, мать вашу! Дурин! Я здесь! Осторожно, фугасы! Как же вы знаете, куда наводить без панорамы? В голове у меня за панорамы, милый, в голове перед глазами! Огонь! Выстрел! Пятьдесят метров перелет. Понял. Нахладен! Заряжай! Огонь! Осколочно-фугасный! Стюрин, заряжай! Двадцать метров на восток. Есть.
Пичаг армейчанчи! Смотри! Осколочно-фугасные стены! Гемуга! Гемуга, цус нечки не огна! Сәрхет мені, бір чағар. Әріл, сәрхет! Твой племянник любит Польшу больше, чем ты, Стефан. Анджей говорит, что там дети. Наши, польские дети. Если мы взорвем мост, немцы их убьют, понимаешь? Агата, послушай. Только трус прикрывается детьми. По моей команде взрываем мост. Агата, стой! Не бойся, я вернусь. Минах! Георгян! Ну! Давай, Шлетян, там нельзя! Пригнись, пригнись, пригнись! Ну что, зададим его? Как понял? Понял! Отнимем тонко банановая пара держала шайку штыкарей. Ну, иди же! Бегом, бегом, бегом! Уходим, уводи детей, Ева! Уводи детей к мосту, там переправят! Коля, веди! Хорошо! Давай! Уходи! Нет! Я вам не оставлю, товарищ! Уходи, я тебе говорю! Это приказ! Ко мне, ты бегом! Ну давай, Лютик, уходи! Аля, вон там! Уходи, лейтенант, уходи! Ага!
Давай. Смотрите. Агатка есть при мосте. Агатка под мостом. Вернули за мной! Батарея! Дети на позиции! Быстрее, быстрее, быстрее! Ева, давай! Спасибо. Беги, беги! Пани, пани, вы будете наготове. Мы при первой возможности вас обязательно через мост переведем. Давай, давай, давай! Хорошо. Бегом! Не надурим землянку их! Я прикрою! Хорошо, держите землянку! Выстрел! Там товарищ лейтенант остался! Дави! Вон он! Давай землянку! Георгиев! Пулемет! Правый фланг! Есть! Селкер, погон на перевязку! Товарищ лейтенант, я нормально! Быстро, я сказал! Есть! Откуда? Стой по фронту! Первое, второе орудие бронебойный! Есть бронебойный! Бей! Готово! Есть! Выстрел! Заряжай! Бронебойный! Паня, там наши. Им надо помочь. Замолчи. Понимаете, там наши. Заткнись. Им нужна помощь. Заткнись. Хочешь жить, иди со мной. Стой. Подожди. Спасаешь убийц твоих родителей? Я не хотела. Ты сам меня заставил. Значит, не промахнемся. Первое, второе орудие подпускай танк с горевшей машине! Где Атулис? Подерви! Подерви, родненький! Ева, чего она спрашивает? Она хочет знать, все ли дети после смерти будут в раю. Перестань, скажи, что все будет хорошо. И сама перестань так думать. Скажи им, никто не умрет. Давай, правее, сукин сын, правее. Стёп! Товарищ лейтенант, что же они не командуют, а? Тихо, ребята, тихо. Всему свое время и свое место. Разберемся. Ждем! Товарищ лейтенант! Ждем! А вот теперь аккуратно, давай! Выстрел! Выстрел! Thank you.
орудие! Кулебяка! Понял! Товарищи, все будет хорошо, я с вами. Товарищ лейтенант, все будет хорошо, вы слышите? Вы слышите меня? Пойдемте, давайте, давайте. Помогу. Лена, за мной! Приведи! Чурин! Да? Я Артяну на правый фланг. Есть! Кулебяка, будешь подносить, бронебойная, живо! Есть! Заряжай! Выстрел! Где? Зося! Зося, хоть, помогай! Да ничего! Рано! За мной! Есть! Рано! Огонь в обиходе! Выстрел! Кулебяка, заряжай! Последний, товарищ лейтенант! Кулебяка, уходи! Уходи! Товарищ лейтенант! Прикрывайте с тыла! Стив! Стоять!
У меня пусто. Все? Вроде все. Вы кто? Поручник Романовский, армия Краева. Если бы не вы... Что армия Краева мы видим. А что вы тут делали? Шли в Варшаву. Откуда? Не все и равно. Малиева, вы здесь? Вам придется задержаться. Разберемся в деталях. Кто вы, откуда и что вы здесь делали? Мы вам не подчиняемся. Эта территория контролируется войсками Красной Армии. Анджей, стой! Я гражданин другого государства. Это мой дядя! Не трогайте его! Он Анджей Одович! А ты, я смотрю, по-русски заговорил. Стойте! Мы только что выжили. Пожалуйста. Так, тихо! Товарищ лейтенант, осмотреть позицию и доложить о потерях. Есть. Доложите потери. Иванов, помощь. Есть. Спасибо вам большое. Если б не вы... Спасибо. Спасибо. Справьтесь броню. Проверьте оружие. Так есть. Но надеюсь, же не бы... Надеюсь, я не пожалею, что заступилась за вас. Дякую же за опеку. Спасибо, что защищали наших детей. Я не делаю детей на наших. Не бывает детей, наших и не наших. Пожалуйста. Зачем? Это сержант Жилкин просил. Проходите, пани, пани, проходите. Так. Садитесь. Садитесь. Пани, скажите им, вот волшебное дерево. Это волшебное дерево. Не может быть. Может. Все дело в человеке. Это он творит чудеса. Вот, померите. Я сейчас переодену. Поблагодарите солдата. Спасибо. Башня, прием! Говорит лейтенант Егоров. Атака отбита. Прием, как слышно, башня. Молодец, Егоров. Уже в пути. Держись, сынок. Все. Ну что, продержишься? Не переживайте, товарищ лейтенант. Спасительная гвардия подоспела. А что, выпьешь со мной, пани? Или религия не позволяет? А я вот выпью. Я кое с кем условился. За боевую единичку. Или все-таки, а? Дайте вашу руку. Да ладно, что там.
Из чего это такая забота? Вы хороший, Рубин. А с каких это щей хороший? Своих не сберег. И желторотых подвел. Да любили ваших солдат. Любили ваших друзей. Ваша душа плачет за ним. Да... Куда уж там плачет? Скажешь, что же. Вот ты мне лучше скажи. Мудрая пани. Вот как жить дальше? Жена ушла. Друзей никого не осталось. И Бога тоже нигде нет. А? Я думаю, прав ваш командир. Бог. Он не в словах. Поручик Романовский, может, все-таки объясните мне, что вы тут делали? А? Это не ваше дело. Это? Это как раз мое дело. Товарищ лейтенант, уберите оружие! Командир, это взрывчатка. Английская взрывчатка. Что? Лондонское правительство расщедрилось? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Ты отказываешься? Да возьмите себя в руки! Это ты разуй глаза, командир. Этим добром там весь мост опутан. Если я бы хотел взорвать мост, я бы это уже сделал. Вам придется сдать оружие. Вам придется его отнять. Наши едут! Наши. Наши, товарищ лейтенант. Куда же? Они здесь. Achtung! Herr Littler, Standartenführer! Чего вы добиваетесь? Чтобы архив Абвера достался русским? Никак нет. Хватит болтать. Действуйте. Jawohl, Standartenführer. Густав! Густав! Вы атакуете со стороны монастыря. Остальные за мной. По-немецки лопочет. Вот тебе и наши. К бою, командир. Это немцы. Занять позиции! На позиции! Товарищи Добронный, бойцы, не могут бросить, битвай там! Ты за мной, правда? Ева, вы можете идти! Нужно уходить! Детей нужно переправить на ту сторону, через мост! Как можно быстрее! Бегом, бегом! Хола, Андрей, за мной! Шепчи! Иванов, немцы с тыла! Детей в землянку, быстро! Бегом! Надя, надо потерпеть до полудня, слышишь? Хорошо. Я вернусь, слышишь? Вернусь. Так, держать землянку любой ценой! Обтягай!
Слышь ты, мы не закончили, понял? Почему нет? Там один. Кидаем по моей команде. Товарищ подполковник, осмотрели поле боя. Живых из батареи нет. Нет?
живые! Весь архив разведотдел живо! Есть! Груши! Селяев! Сюда! Леонид и Константинов, ко мне живо! Ага. Взяли! Быстрее, 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 бери! Взяли бревно, быстрее! Здравствуй, Хола. Анджей, здорово!